Всем привет, друзья, вы на канале Bloody Royce, меня зовут Владимир, и сегодня я со своей девушкой Сашей продолжаем играть в игру под названием Grounded. Всем привет. В прошлой серии мы остановились на том, что улучшали домик, сделали тут такую крутую крышу, скрафтили противогазы и ходили в локацию, где все отравлено там было. Там нам нормально так наебашили, напиздили, и мы решили, что больше туда не пойдем пока что. Потому что это нам не по зубам. Я думаю, в этой серии заняться обустройством дома. О, у нас тут сок растет прямо на веточке. Поменять вот эти стены на такие из стеблей одуванчиков. Тут фундамент поменять. Поставить еще какие-то постройки, что мы там можем скрафтить. Ой, смотри. Жалящее копье есть. Хорошей скорости и урон такой неплохой. Поменьше, конечно, чем дубинку, но... Урон неплохой. Надо пчелиные жало, шерстка пчелы и утиной веревкой можно будет делать. Насекомый молот. Нам надо кипящую железу где-то найти. Да, надо. Чай же комбомадир, налейте в нее жидкость, и там мгновенно закипит. Не взрывается, правда, правда. То есть она надо же комбомадиру хуячить. А что там нам не выпадала такая, да? Ладно. Что у нас тут еще есть? Интересно. Смотри, пчелиная маска тут появилась. Оглушение от лука прибавляет. Легкая броня. Ну, защиту неплохо так дает. Точек капюшон тут. Тут есть тяжелая броня, легкая и типа средняя. Паучиная средняя. Пчелиная это легкая, а божья коровка это тяжелая броня. Куча всего пооткрывалась. Можно было бы вот эту иглу москиты сделать, но нам не хватает кровяных мешочков. Нам надо части бомбардира, много для чего. И паучек лучше. Жилки, например. Чем может, поищем жуком бомбардира? А вот, грибной нарост, для чего он нужен? Грибной нарост. Вот, тут есть всякие предметы, которые мы находили, мы можем, получается... Да, типа посмотреть и куда оно применяется, да. Посмотри, жучиная колбаса, колбаска. Какой-то неизвестный предмет. Яйцо рыжего муравья нам надо. И кусок сухой травы. И тогда можно сделать какую-то бомбу. Урон тут большой. Уничтожает все в небольшом радиусе. Газовый мешочек клопа. Для чего он нужен? Можно как чучело клопа. Газовая стрела можно сделать. Ну-ка. Как такую сделать? Вот газовая стрела. А что она делает? Загазованность какой дает. Урон у стрел одинаковый. Только они там какой-то эффект дают. При приземлении создает облако ядовитого газа. Ой, так-то нихуёво, давайте создадим. 5 отравляющих стрел у меня теперь есть. Я предлагаю 5 бомбардира сейчас найти и отпиздить его. Нам он нужен, там много для чего. Только я не знаю, как с ним драться. Может, ты себе лук сделаешь тоже? Да, мне надо лук. Скрафти лук. Так. Все у нас, блядь, станция. Ему. Часть бомбардира. Хожу, вот. Брожу. Смотреть. Вот он, типа, видит вот здесь, да? Так, разместить точку. А, разместить точку он сам ставит, да? Так, еще раз. Ресурс, где он? Смотреть ресурс. Он, типа, показал мне вот здесь, да? Создать точку. И что такое? О, да, вот здесь где-то находится. В этой стороне где-то здесь есть. Вот тут вот в изгороде вроде есть. Да? Вот тут вот много. Ну, сейчас пойдем. Так, тут как можно что-то купить новое. Давай посмотрим. Книга, инструкции, изгородь. Канатная дорога. Лучше не факела. Так, это ничего нового. Что, канатную дорогу изучить? Как не жалко бедных муравьишек убивать раз еды. Хотя с них даже ничего не падает. Да. Не знаю, стоит ли тратить на это, нет? Так, добавлю задание. Проанализировать могу что-нибудь? Не могу. Ой, а мне там уже отремонтировать надо, да? Ой, у меня уже вообще сломалось. Починить, как починить? Мне надо жижу и личинку. У меня уже вся броня сломана, оказывается. Так, что, идем? А вон, у меня метка поставилась, вон в той стороне, типа, где-то сейчас, сейчас, сейчас я беру мяско.
Пойдем. Так, и нам надо тут еще кучу одуванчиков, чтобы дом наш улучшить. Да. Я пока ты там что-то делаешь, одуванчик срублю. Пока вижу, недалеко вроде. Своим суперспособом. Кидание топора за три удара. Что, побежали? Так, я срубил сейчас. А ты видишь мою метку? Да. Вот к ней беги. Сейчас так, все. Там пускай лежат, справим. Потом заберу. Где-то тут должен быть жук. Бомбардир. Все, выдохся. Хотя, может, пока мы шагаемся, он уже куда-нибудь переместился. Я не знаю, либо это локация, либо именно где он находится. Так, тут клещи. Клещи, иди нахуй! Ой, блядь, ну да, давай. 10 клещей надо убить. Еще 10? Видишь жука, нет? Показывай, что он там. Я не вижу. Тоже не вижу. Че, пойдем на ту сторону? Ну, пошли. А может, вот здесь надо. Есть? Вот где-то вот в этой стороне тоже вроде был. Так, противогаз есть у тебя с собой? Да. Не девай. Тут он, видишь, отравлен. Сок собираем. Пригодится. На бинтике. Угу. Вот, да, вон валяется. Жук? Да, дохлый. Вообще с кайфом. Даже драться с ним не надо. Угу. А ты что, такой мошка? Убил? Шерсть мошки, грибной нарост, сырое мясо мошки. Божья коровка ебанутая. Да, боже. Так, давай тут еще посмотрим, может, еще где-то валяется. Вон идет. Где? Вон, около этой. Вон он. Может, его в отравленную зону заманить? Не знаю. Попал у него. Ой, я ему нормально. Я ему нормально наношу так-то. Что-то он мне кажется, в противогазе медленно бегает как. Кидается, блядь, кислотой. Чё, так решил? Вот. Ой, иди нахуй. Все, он застрял, стреляй в него. Ой, ой, блядь. Шлепок. Ворачивайся, ёбаный в рот. Получилось. Придется так его отпиздить. И давай свою жопу не поднимай. А вон дохуй валяется такой же. Все, готов. Вон валяется, легкие? Видишь? Легкие. Да. С кайфом. А там, смотри, жвачка. Так, стрелы надо подобрать. Стрелы не казенные. Потом крафтить приходится. Чё там? Пользованная жвачка. Только нужна вторая лопата. Второго уровня. Ё-моё. Так, боже, коровку не будем трогать, да? Чё, ещё да. Давай здесь пробежимся. Вон туда пошли. Мы были на той стороне, где гусениц. Я тут пробегала, но мельком. Не в отравленной зоне. И чё такое? Зубки? Да, наверное. Прочный мрамор. Две штуки. Ага. Второй уровня. Так, тут гусениц. Я поняла. Там кто-то валяется. Только не пизданись туда. Что-то здоровый. Сдохуй. Паук, что ли? Нет. Ой. Тут страшно. Ой, клещей. Где? Там гусениц, походу. Я хочу там подобрать, а потом не вылезу отсюда. Ой, иди нахуй. Радиоактивно. Не хочешь мне помочь? Я говорю, я даже не вижу их. Ну, сдохни же, ушлёп. Вон еще один. Вон там еще один, вон. Бежит. Чё, ты не будешь помогать мне? Ну я жду, пока он прибежит. Так стреляй, я тебя лупну, хуя. Со всей дури не будем. На нахуй. Сильный удар сделал. Вот там вот что-то труд дохуй валяется. А там три гусеницы. Четыре. Не, ну туда не вариант. Ой. А, вот отсюда можно спуститься. Не надо. Тут эти хрупкие валяются.
Видишь? Что? Хрупкий кварцит. Блядь. Чё? Чё? Походу. Ёбана. Чё-то ничего ко мне не идёт. Ой! Ой, блядь. Вова, нахуй, сейчас умру. Убегай. Она сейчас к тебе может. Я не могу выпрыгнуть. Вылез. Нет, нет, не вылез, она ко мне. Тихо. Кто меня пиздит, я не понимаю. Да там этот гусеничка, наверное, как раз. Вон он там скачет. У меня хп нет. Тихо. Она у меня тут надо мной. Блять, пиздец. Нет, я сдохну сейчас. Пизда мне. Он у меня вообще не бежит. А я даже не могу попасть. Нет. Пиздос. Я тебя там, блядь, не вытащу. Я убегаю просто. Так, листочек, это мое спасение. На листочек. Живу. Слава богу, что, съебываем отсюда. Она из-за нас бежит за нами. У меня хп вообще нет. Я вот здесь по правой стороне обратно бегу. А, ты за я мной? Я тоже. Ну его нахуй. Да, нам эта зона еще вообще не по зубам. Пока гусениц не научимся пиздить. Ой, а мы эту станцию находили? Нет. Нет? Mm-mm. Тут записка какая-то. Бургл, расшифровка записи 89-04-14. Заказ номер 80. Бургл, ты здесь? Да, сэр, судя по всему, процесс уменьшения не слишком повлиял на мою функциональность. Не знаю, как это возможно. Раньше я считал, что для работы необходима вся часть моего функционального блока, но, видимо, я ошибался. Возможно, это значит, что я оснащен дополнительным накопителем. Очень философское наблюдение. Еще какие-нибудь ощущения у тебя есть? Нет, вроде бы все как прежде, хотя я осознал, что весь этот мир покрыт грязью. Довольно тревожная мысль. Возможно, вам стоит помыть руки, прежде чем возвращаться к работе. Короче, они там между собой разговаривают. Проанализируют. О, выпало, смотри, кипящая железа выпала. Одна штука. Может, давай сбегаем ее, продублируем? Личинку. Так. О, еще одна. Так, задание новое. Новое задание добавил. 5 в дуб, ёперный театр. Ну хочешь, я один сбегаю, там я просто скопирую. Кипящую железу скопирую, будет у нас 2. Так, вот дом. А вон одуванчик, кстати, рядом с домом появился. Ну, отлично. Надо немножко выложить, потом место. Чуть-чуть. Так, а для чего нам части бомбардира нужны были, я не помню. Что-то сделать. А чё? Чё я хотел сделать? Я хотел топор, наверное, сделать или молоток. Вот, могу сделать насекомый топор 2. Лук не могу сделать. Из кипящей железы могу молоток сделать, уровня 2. Яйцо рыжего муравья, где такое найти можно? Фиг знает. Короче, я топор делаю, значит. Так, создать. Не хватает еще одной части, и можно еще один такой топор сделать. Так, все, ставлю себе. А обычный топор уберу. Вот, смотри, какой у меня крутой теперь топор. Так, я побежал к дубу, ты со мной? А я могу теперь вот эту хуйню рубить? Сорняк-здоровяк, да? Да. Слава богу. А с них тоже такой выпадает этот? От типа одуванчик? Да, смотри, ебать, как много. О, заебись. Нахуй нам эти одуванчики больше не нужны. Да все, пошли. Все, топор проебал. Нихуя он улетел. Жесть. Китай. Вот это тоже хочу срубить. Я хочу посмотреть, сколько ударов надо топором кидать. Ну тоже, все равно быстрее его мает. Бать, видишь, сколько тут? Да все, погнали, пускай пока здесь. Я в кучу вот. Сейчас точно дома улучшим теперь.
Да. Ты там бежишь? Да. Ой, блядь, прям к пауку пришел. Рядом с ним там пробежал. Да, я видела. Ой, я могу теперь и грибок. Гриб могу этот ебануть тоже. Поганку. Ну-ка. Чё там, вот смотри, спит паук. Вон. Тут они кругом что-то заебали, блядь. Да вообще, блядь, размножились. Сейчас кипящую железу копирую и сможем еще сделать молоток на два. Так, волокно, все, собирай, короче. И все нам пригодится. Для красивой жизни. А мы сейчас тут обустроимся и не захотим увеличиваться. Нам тут по кайфу будет. Да. Откроем свою инфраструктуру. Свое поселение сделаем. Начнем размножаться. Так, проанализируем. Вот, поганка, да? Кусок большого гриба. Анализируй. Кулер, 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 кулер. Грибная кашица. И все? Больше он ни на что не нужен? Так, а где ты? Вот он, кулер. Ха-ха-ха. А, кулер вот здесь стоит. Попью, хотя мне и не надо, ну ладно. Ой, тут смотри. Увеличивающий тест 45. Mm-hmm. Так. Неорганические вещества, дата 07.01.89, время 07.31, объект клетки, какой-то там, энергия крупицы. Так, это не будем, ладно. Коробку с устройствами кусь, задний двор Тали. Примечание, перед началом испытаний миниатюризация одного сложного электронного устройства Т-44 была проведена успешно. В Т-45 мы попробуем уменьшить одну коробку, наполненную множеством устройств. После обратного увеличения все объекты будут осмотрены и протестированы в целях проверки их работоспособности. Результаты. Неудача. Миниатюризация прошла успешно, но увеличение и дальнейшие испытания на данный момент невозможно. Объект был конфискован любопытной пчелой. Возврат маловероятен, коробка уничтожена. По всему двору валяется микроскопический кусь. Это вот эти темы, которые мы находим, получается. А для чего вот это место, я не пойму? Ой, смотри, тут что-то. Нет. Я тут не была, тут непонятно. Что тут такое? Нахуй она? Поргул, салам алейкум, ты где у нас? Расскажешь что-нибудь новое? Так, чем я могу помочь? Мне приснился странный сон, вот. Доктор Тали не программировал меня на анализ сновидений, но я сделал все возможное. Это случайно не было про электрическую говядину. Мне тоже хотелось бы такой сон. Опишите мне свой, почему бы и нет. Так, меня уменьшили строение неизбежности. Ага, вот оно что. Существует два умпро, так и предполагал доктор Тали. Один во дворе, а другой в неизбежности. У него было предчувствие, что они продолжили его работу над умпро после того, как он перестал работать на них. Теперь все сходится. Я не верю, что это просто сны. Это определенные воспоминания. Но, возможно, они возвращаются к вам только в виде снов. Итак, вас уменьшили в неизбежности, и теперь вы здесь. Хм. Я знаю почти наверняка, что вы не шпион неизбежности. Я пошутил. Это была проверка. Вы ее прошли. Итак, если вы не являетесь агентом неизбежности, зачем им уменьшать детей? Понятия не имею. Нас ждет еще одна головоломка. С другой стороны, ваши воспоминания должны медленно возвращаться. Если у вас будут еще какие-то сны, то приходите ко мне. Так, все понятно. Короче, ничего нам такого не рассказал. Вот, можно копировать что-то на 1000 очков. Вот где. Кипящая железа сколько стоит? 500-ку стоит. Могу 2 штуки сделать, а? Давай скопируем. Готово. Что, еще раз копировать? А, можно постоянно что ли копировать или что? Что-то нихуя не понял. Копирует предмет крупиц знаний за 500 крупиц знаний. А, типа, до 1000 я могу любой предмет скопировать, стоимости, которую он стоит, то есть я могу дохуя копировать. Вот, стоит 400, я трачу 400 очков и копирую, да? Ну ты учти, что нам еще нужны эти крупиц знаний. Я думаю... Лимит обработки — это то, что я могу максимум скопировать.
Это очень хорошо. Можно сейчас еще часть бомбардира скопировать. Два раза, да? Или один? Давай один раз копируем, и тебе тоже топор сделаем. Так, он не... Ты не мог просто топор скопировать? Блять. Нет, смотри, слишком маленький лимит крупиц знаний. Требуется обновить прошивку копированный диск. То есть он больше, чем 1000 стоит, значит. Не мог, значит. А тут у него тут все равно ничего интересного нет. У него либо инструкции изгородь, вот какие-то блюда, либо канатная дорога. Главное, кипящую железу скопировал. Можно сделать два молотка и кулинарию сделать. Надо 5 личинок убить, у нас миссия. Да. Так, никто не роется здесь. Вон там и... Синица. Вот он. Ой, Вова! Вон гусеница. Чё? За мной две. Дебашишь и всё. И блокируешь. И спать уходишь, как я. Дохни ты уже, сучка, ебучка. Что, добил? Куда ты, блядь, побежал? Вон еще. Ой, еще одна. Ой, да иди ты нахуй! Все. Еще одна идет. Еще одна! Да Саш, меня хватит пиздить уже. Да кого? Иди сюда, сучонок. Рогатый. Не напасешься, бинтов, Саш. Ударь по ней, ёбарно. Возьми вот эту дубинку, она намного больше урон бьет. Ты свои пики бьешь, вообще не наносишь им. Наношу вообще. Она бьет не так медленно. Ты убьешь ее за 3 удара, а этой пикой будешь бить 10 лет. Блин, смотри, часть жука-бомбардира, нам 4 штуки еще надо на этот, на сушилку. Да, я тебе говорю. У нас только 3 есть тебе на топор. А, да пох, создать. Потом найдем. На. Угу. А где он у меня? На, топор. И еще можно молоток скрафтить. Сейчас как раз этим и займусь. Создать. Часть клопа надо, 4 штуки не хватает нам. На второй молоток. Так, пойду проанализирую. Еще тут ягодки были. Ой, ягодки, конфетки. Которые можно разломать. Так, гриб анализировать. Своим молоточком второго уровня можно сейчас разломать и тоже проанализировать. Тоже грибная кашица. Нахуя грибная кашица нужна? Кирпичи делать? Нахуя мне кирпичи? Домик строить? Из кирпичей. Где тут тик-так валялся? А, вот он. Так, капелька собрать. Ой, тихо. Зачерпнул. Чё тут надо? Да, надо молоток второго уровня. Ну-ка, заценим. Раз, два, три. 4 раза. Осколок. Мятный осколок. 4 штуки. Бьет достаточно быстро. Собирают. Не знаю для чего, но по-любому нужны. А я, наверное, теперь зубки могу ломать. Тоже там для чего-то нужны. А, зубки они улучшают вроде всякие характеристики. По-моему, да. Анализируем. Так, вот, мятные конфетки. Мятный осколок. Необычный написан. Мятная стрела. И все, больше ничего не могу сделать. Мятная стрела, что она делает? Мятная стрела, сейчас посмотрим, что она делает у нас. Второго уровня надо. Перьевая стрела. У нее урон уже побольше. На пол ячейки. Давай, я буду ломать, ты ходи собирать. Нифига себе. Это был увлекательный аттракцион, да? Да. Что ты не схватишь, ё-моё. Он не может доску собрать. Не знаю. Не может. Эх, Саш.
Сейчас кто-то получит. Вот. Халупка вообще у нас будет четкая. Там что-то гнется к нам, паук, походу, идет. Да, там паук. Где он? Ой, я в тебя кинул, прости. Паук! Паук, 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 паук. Не агри его так. Все, нет места. Я убежала. Вон он шарахается, тварь. О, блядь! Иди нахуй! Заагрил его? Он на меня сам. Паскуду. Сте ёбну, блядь. Ой-ой-ой. Напугал меня. Обосрался. Пиздить его может потихонечку. Смотри, можно так-то? У тебя стрелы, у меня стрелы вдвоем. Ну-ка, если вот так. Не доставит. Хоть ты там рычишь. Да. В глаз. Повышенный урон должен идти. У меня так вообще тут дохуя хп. Так, может, отравляющей стрелой выстрелить? Так, на меня действует тоже, стоять. Ой, блядь! Противогаз нам найдет. Он не за мной случайно? Нет? Я там из-за твоих палок залезть не могу. Я не пойму, меня тоже, что ли, отравляет или что? Или это его отравление паучиное? Смотри, на него отравление действует нормально так. Он, блядь, хилится. Вот уел. Ладно, давай не будем его трогать. Слишком много на него надо. Всего, и будем просто так сейчас время тратить, а он потом убежит. Да. Пускай просто нахуй идет. Своей дорогой. Все. И с этой стороны теперь нам. Блин, ну там чуть осталось. А вот еще тут с этой стороны надо разобрать тоже. Ну, красота. Деревянный домик. Только крышу бы еще сделать какой-нибудь. Тоже поинтереснее. Лесенка из желудей. И с этой стороны. Все. Угу. А тут вообще склад такой у нас. Мощный. Вот такая красота. Ладно, думаю, будем на этом заканчивать. В следующей серии отправимся на поиски неведомых чудес. Попробуем кого-нибудь убить. Он, например, он вот эту тварь летающий. Пчела или что это такое? Шершень. Или ну а попал в пчелу. Летит. Какой молодец. Саш, помогай. Я в доме. Я тебе помогу. Забегай вот сюда. Где он? Около дома. Не вижу я. А, вот он. Ебать, страшный. А, слабенький вроде. Вот и заканчиваем серию, называется. Ага. У нас люси нет. Добивай, добивай, чтобы не улетел. Все, уебал. Фига. Отравил чем. Нормально. Берите. У меня места нет. Че это? Ой, тут все в пыльце в ее. Теперь точно мы заканчиваем эту серию. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И всем до встречи в следующих видео. Всем пока.